Красноярске появились еще две новые зоны Wi-Fi по адресам Даурская, 16 и Березина, 71. Бесплатный доступ в интернет есть не только в этих зданиях, но и на улицах и в ближайших домах, что очень удобно для владельцев мобильных телефонов. Всего в Красноярске установлены 450 единиц Wi-Fi оборудования. Наибольшее количество общественных мест с открытым интернет-доступом в Центральном и Советском районах города. К проекту присоединяются все новые провайдеры.